Не стучи. Не стучи зубы. Да я потихоньку. Потихоньку. Давай. Привет, друзья. Держи. Такая тема. Видео из серии «Будни школьного электрика». Сегодня нарезаем резьбу. Держи. Резьба полдюйма. Необходимо подключить бойлер. Вот таким способом. Позавчера целый день нарезали на этом конце. Сегодня не целый день. Нарезаем. Ну, часика мы доехали. Да не часик, больше часика. Проворачивается. Так, масленочка, ты. Я помазал. Помазал, ты смотри, без масла, без масленки дела не будет. Да, кстати, вот она. Давай. Красота. Возьму. Пошло. Так, перекосило. Сначала надо. Надо было мне дома заготовочку деревянную приготовить, чтобы она четко по центру стояла. Продолжаем наш эксперимент. Плашка держателя у меня, к сожалению, под эту плашку нет. И нет подходящей заготовочки, чтобы сделать. Да и на моем станочке такую резьбу не нарезать. В патроне соточка, труба будет проворачиваться. Да и длина станины не позволит поджать задней бабкой. На, возьми. Сейчас мы сделаем небольшой заход, типа напель. Так, этот напель засунь, знаешь куда? Хоть чуть-чуть. А дальше пойдет. Вот такие извращения. Вот что у нас получилось. Теперь плашечку. Смотри, сейчас пойдет как песня. Ты ж не сорви только. Я не знаю, кто куда пойдет. Должно. Все. Держи. Держу. Прижимаем то. Прижимаем. Поехали. Поехали потихонечку. А ты боялся? Подожди, надо хотя бы одну полоску пройти. Да хотя бы две. Небольшой перекос. Потом пойдет. Вроде пошла. Так куда она денется? Скользит. Так, давай это убираем. Так, это самое. Так, здесь на плашечке пазик. Да. Поехали. Колдобинка. Вот она попала в колдобинку и пошло, и понеслось. И что ты без меня делал? Без тихо, моей тихо, масляной. Тихо. Да все уже, уже пошло, уже хоть тихо, хоть не тихо. Так. Да. Ну. Давай. Не седьмой разряд. Подожди.
То есть это я назад сделал? Ну, назад, вперед. А смазать-то надо, хоть назад, хоть вперед. Продолжаем наш эксперимент. Давай. Давай. Это видео на тему, как не надо нарезать дюймовую резьбу. Нет, это видео на том. Масленка упала. Моя масленочка. Ладно, крути. Держи. Шаг вперед и две назад. Да. Все нормально, теперь вперед. Поехали. Это вообще красота. Смотри, получается. Конечно. С первой промахнулся. Ну так, если бы колдубинку напильником не сделал. Смотри. Молчи. Так, прижимаю. Офигенно. Держи. Держи. О, пошло. Ну, теперь точно все. Еще не все. Нифига себе. И все, что ли? Нет. Ты ее ровно закручиваешь, ее надо закручивать крыло. О, вот так, видишь? Это я никак не закручиваю, она никак не крутится. Нет, ты ее ровно поставил. А? Ты ее ровно поставил, ее надо перекосить немножко. Вот так, вот, смотри, теперь пошло. Ага. Все учить всех надо. Так, ну, нормальненько, есть еще запас. Там прокладочка. И да. Все, смотри, вообще красотулечки. Ай да молодцы. Красоту хочешь навести? Ну, красота будет неописуемая. Ну, чтоб стенку, ты понял. Ну закрыть. Да. Да там дырочка красивая, аккуратно. Да, там с двух сторон. Так, ну что, можно идти мудохаться. В стране война, разруха. А в школьном кране будет горячая водичка. Все как у людей. Развальцовочка. С одной и с другой стороны. Также и вторую. С одной. И с другой. Сейчас посмотрим, что у нас с этого получилось. Это вот так, а это вот так. Как в лучших домах Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Пошло? Пошло. А иначе? Вот таких пацанов уже бы не пошло. Чик. Чик. И еще раз чик. Теперь можно провести электрику. А вот она, розеточка.
Нет, это на сантехника. Я уехал. Так, ты давай хорошо работай. Швабры. Хорошо работай, швабры давай.